Жители близлежащих домов еще не скоро забудут то утро. 9 декабря 2022 года в крупном гипермаркете стройматериалов «Оби» вспыхнул пожар. Огонь охватил 7000 квадратных метров. Дотла сгорели не только товары, пострадало и само здание. От огромного магазина остались лишь несущие конструкции. Несколько месяцев шли разбирательства, и, наконец, собственники приняли решение о демонтаже. Демонтаж будет проводиться в течение ноября-декабря месяца. Территория полностью будет зачищена, убрана и в дальнейшем благоустроена. Все строительные отходы вывезут на свалку, где впоследствии утилизируют. О том, что будет на месте гипермаркета, пока неизвестно. Об этом собственники помещения сообщат только в следующем году. Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил привести все объекты торговли в соответствие с нормами. В Подмосковье Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с администрациями городских округов региона ведут мониторинг состояния объектов потребительского рынка. Отдельное внимание уделяют зданиям, которые стоят рядом с дорогами и автомагистралями. Аварийные постройки снесут, а территорию в таких местах приведут в соответствие с требованиями безопасности и благоустройства. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.